внезапно возникла летающая тарелка, которая стала быстро приближаться к самолету и зависла над ним. Тарелка не просто висела над самолетом, она иногда опускалась сбоку, снизу, то есть как бы обследовал экипаж. Попытки как-то увеличить скорость путем эволюции самолета, уйти от нее, ничему не приводили, потому что она вот как буквально как прилипла, так и вот. Пилоты, я смотрел эти материалы, значит, все они написали, значит, подробно отчеты об увиденном. Однако информация об НЛО оседала в архивах различных ведомств. В 80-х годах генералу ВВС Василию Алексееву руководство ВВС приказало фиксировать любые сведения о таинственных объектах. Все собранные военными данные отправлялись в НИИ ВВС. Работы эти продолжались методично, без перерыва, где-то более полугода. Все фиксировалось, все отражалось, все хронометрировалось. И вот по той программе, которая была составлена, она была составлена, я прямо скажу, очень добротно. Она предусматривала не только фиксацию вот, проявлений неопознанных этих объектов, мы их иногда неправильно называем, может быть, летающие объекты, потому что они неопознанные объекты бывают и не летающие. Вот, просто появляющиеся, можно сказать, и исчезающие. И проводились эксперименты, и очень успешно, кстати, для того, чтобы вызвать их появление. Более 20 лет Марина собирает материалы по уфологии, участвует в экспедициях по поиску НЛО. О своих многолетних исследованиях Марина Лаврентьевна написала книгу «НЛО над планетой Земля». В ней собраны свидетельства почти 3000 человек, имевших контакты с НЛО. Число же людей, наблюдавших НЛО в разных странах, только за послевоенный период исчисляется сотнями тысяч. Крупнейшая в мире база данных об НЛО «Уфакат» в Стэнфордском университете содержит более 150 тысяч наблюдений неопознанных объектов из 138 стран за 56 лет. Согласно опросам Института Гэллопа и ВЦИОМ, ежегодно от 7 до 14% населения видят НЛО. Это примерно 500 миллионов человек.